Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Реновация жилья в российских регионах начнется не ранее, чем через 2-3 года. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ страны Михаил Мень. Ранее власти заявляли, что планировать массовое расселение устаревшего жилья не только в столице можно будет в конце 2018 года. Мень отметил, что о тиражировании московского опыта в регионах говорить рано, так как реальных результатов программы реновации еще нет. Напомню, решение о массовом сносе устаревшего жилья в Москве было принято летом этого года. В проекте участвует свыше 5000 домов, а расселить планируется более 350 квартир. Опрос, проведенный социологами в августе, показал, что 3/4 россиян считают реновацию жилья в регионах более необходимой, чем в Москве. Примечательно, что с этой точкой зрения согласились и многие жители столицы. Дайджест недвижимости. Госдума обязала муниципалитеты оплачивать капремонт домов, если их не ремонтировали до приватизации. Соответствующий законопроект принят в окончательном чтении. В документе уточняется, что внесенные изменения касаются тех домов, которые на момент приватизации первого помещения были включены в годовой или перспективный план капитального ремонта. Средства на проведение работ должны быть переведены муниципалитетами на счета регионального оператора или на специальный банковский счет для капремонта. Закон не был поддержан единогласно. В частности, депутаты указали, что проект закона распространяется на дома 1950-80-х годов постройки. На момент старта приватизации в начале 90-х годов перспективные планы на капремонт таких домов попросту отсутствуют. Дайджест недвижимости. Новой школе в микрорайоне Урванцево присвоили 26-й номер. Образовательное учреждение планируют сдать до конца года. Оно будет рассчитано на 1000 учеников. Строительство обойдется в 600 миллионов рублей. Это меньше, чем потратили на возведение новой школы в микрорайоне Зиновой, уточняет «Девятка.ру». В учреждении не будет плавательного бассейна, однако рядом со школой появится футбольное поле с дренажной системой водоотведения и искусственным покрытием. Также в Урванцево оборудуют спортивную площадку для игр в волейбол и баскетбол и беговую дорожку. Кроме того, возле школы разобьют сад с яблонями, липами, ивами, сиренью и другими растениями. Напомню, на строительство школы в Урванцево регион получил федеральную субсидию в 373 миллиона рублей. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.